Ребята, всем привет! Сейчас мы посмотрим, как на Брянщине картошку садят. Вот. Лично мне интересно, на Дальнем Востоке у нас так не садят картошку. Вот. Ребята попросили лица не снимать особо, а сам процесс работы. Так что вот такие дела, ребят. Сегодня 27 апреля 2021 года. Это картофельная сажалка. Это мои добрые соседи. Деревни, механизаторы, трактористы, молодцы, трактора содержат, людям помогают. Вот эту картошку вот сюда будем засыпать, да? Поехали. Нормально, нормально.
Ну вот, ребята, вот так вот выглядит процесс картофеля, как сажут картофель. Вот, в принципе, все и просто. Потом также трактором будет окучиваться и копаться будет картошка тоже трактором. Картофеля копалку я покажу попозже.